Итак, в Хакасии сегодня подтверждено еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом COVID-19 подтвержден у врача-педиатра. Зараженные мужчина 88-го года рождения и женщина 60-го. Оба они прилетели в аэропорт Абакан из Москвы 30 марта. За границей не были. Сейчас пациенты госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в инфекционную больницу. На Минздрав Хакасии сегодня буквально обрушился шквал критики. Женщина с COVID-19, врач-педиатр, она работает в 3-й поликлиники детской республиканской больницы на улице Кати Перекрещенко. По приезду женщина отработала один день, она вела прием детей, общалась с родителями и медперсоналом больницы. Как рассказали в Минздраве, симптомов не было. О том, что она заражена, не могло быть и предположений. Самочувствие ухудшилось только к вечеру. Тогда она вызвала скорую и была госпитализирована. Минздрав сегодня провел онлайн-брифинг. В ведомстве уверяют, среди пациентов и медперсонала установлены все контактные лица, все под наблюдением. Поводов для закрытия больницы на карантин нет. Когда врач приступила, еще обращаю раз ваше внимание, к трудовой деятельности, она была клинически здорова. Также я хотела бы добавить, что в учреждении, где трудилась врач и трудится до сих пор, значит, соблюдаются в полном объеме противоэпидемические мероприятия. То есть там усилен ДОС-режим, там во всех кабинетах кварцевание, там обработка всех поверхностей повышенной концентрации. То есть все меры, которые были необходимы, они соблюдались.